А, вот, пошло. Костя, ну давай, расскажи про сегодняшний день. Вот. Хватит, следующий. Дима, что тебе, что ты сегодня делал вообще, расскажи. Катался я сегодня? Катался, пару часов, Опять? Я профессиональный катальщик. Катала. Катает любого. Катун. Ира, что тебе понравилось сегодня? Мне сегодня понравился душ, неожиданный и резкий. Да, ничего не было видно совершенно. Когда вода оглушала и забивала вообще все, мне кажется, не знаю, уши, нос, там, глаза, все. Но это было вот так. А я конкурентам сиськи показывала, как обещала. Они все вот так вот делали. И все отвлеклись. Было кайфово. Потому первое выиграли, место, да? Нет. Сегодня понравилось, что мы быстро сняли Геннакер, и он порвался на носки до конца. Расскажи, что тебе понравилось? Я бы шторм повторила. А я считаю, что час и 15 минут первой гонки были бесконечными, как будто 3 дня прошло. Шла, когда не закончится. Перед глазами была вся жизнь. Давай. Света, это мало для гида вообще. Для гида? Вот, конечно. Кромте, махана, клона, монрата, наркосин, махинтара, юнта, я, махадеру. Так до Бангкока, да? Как называется? Так, слово новичкам. Спасибо, что взяли меня с собой. Это очень круто. Это неожиданно круто даже. Это очень хорошо. Это просто очень большое спасибо. Я надеюсь когда-нибудь повторить. Трусы сухие? Мокрые. Причем не обоссалась. Просто кончила вообще. А мне понравилось, что я вернулся к парусам. Да, очень давно не плывал, а с такой хорошей командой всегда хочу еще раз. Мне понравилось. Ну, а это жена капитана. Она поняла, что он здесь занимается не всякой херней, а делом. Давай. А я рад, что порвали только Геннакер и больше ничего не порвали. Хорошая отмазка теперь.